Ну, я считаю, что детей как можно дольше необходимо держать все-таки на грудном молоке. Оно гораздо полезнее, чем все эти покупные. Поэтому я только за. Мой ребенок до сих пор на грудном вскармливании, хотя ему уже 10 месяцев. Замечательно. Это самое то, что нужно, необходимо. Это, во-первых, удобно, во-вторых, для здоровья ребенка полезно. И все, что нужно, все с грудном молоке. Я сама медработник, поэтому только за грудное молоко. Это не пропаганда, это все так естественно. Это задумано было не нами, не вами, не теми, кто жил до нас и после нас. Так надо вскармливать, потому что у меня уже вырос ребенок, и именно грудное вскармливание необходимо, потому что в грудном молоке есть все необходимое.